Всем привет! С вами я, Александр Сучков, и вот законнектился мой друг. А это значит, я вошел в онлайн. Так, подожди меня. Вот. Так, он не говорит, потому что мы не по скайпу, и в игре в этой нет микрофона. Ну, не сделали еще. В общем, это, наверное, первый тест онлайна в этой игре. Мне пришлось это делать через разные программы, так как онлайн вообще не открывался. И пришлось открыть все-таки онлайн с ботами. Пока что вот как-то так. Поиграть с ботами хотя бы. То есть, вот настоящий человек со мной в команде. А еще есть вот сами боты. В общем, я не знаю, как объяснить, у него должен здесь ник быть. Но пока что этого не добавили, так что, ну, как-то... Вот, все, что есть, так и сейчас. Так, все, что вы видите. Так. Вот у меня приветствие. Ты вообще рулить умеешь, чел? Че, первый раз, что ли? Давай. Короче, ладно, все. Ну куда ты поехал, блин? Тут даже чата нет, чтобы ему написать. Короче, это мой друг. Мы с ним как-то играли в CSGO. Он у меня есть друзья ВКонтакте. Поэтому мы сейчас просто по контакту списались с ним и решили поиграть. А так я не знаю, как с ним переписываться еще. Так, скайпа у него нет. Короче, это короче какой-то школьник, 7-летний мальчик. По-другому сказать об этом нельзя, хотя хрен знает, сколько ему лет. Так. Ну и чё? Офигеть, ты куда уже уехал? Ладно, центральная точка еще свободна. Я пока что на этой по кемперю. Ну почему нельзя на крышу? Я так хочу на крышу. Блин. Тащит, смотрите. Вообще сколько... Против скольких мы играем? Я не знаю, не понял. Но, видимо, у них кто-то на танке. Открывал я сеть через Хамачи и еще с одной программой. То есть у меня три программы понадобилось, чтобы запустить онлайн. То есть у меня Хамачи сейчас включен, и у этого чела, который сейчас в онлайне играет со мной, у него тоже Хамачи включен. Мы подключились к одному серверу. Ну, в общем, как в Майнкрафт. Открываешь сеть и все. Все это делается через консоль. Так, а где враги-то? Так, он идет со спавна. Идет, а не едет. Сам прикол. Ну ладно, не буду ему сейчас играть, потому что он только скачал эту игру, сам не понимает, что здесь надо делать. Оу. А где он есть-то? Снайпер. Тут его вообще нету. Откуда он мог стрелять? Здесь неоткуда стрелять. О, смотрите, откуда стрелять. Я понял. Вот теперь я понял, откуда он стрелял. Вот так вот. Ой. Так, окей. Я пока что тащу. Но это еще не конец. Где он есть, а блин? Нахрена он пешком идет-то? Видимо, он где-то там. Засел снайпер. Ого! Вряд ли долетит, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай, еще. Черт.
Офигеть, он крутой. Приехал с дробовиком. Ну и... Я вернул флаг. Так. Где ты, парень, блин? Куда ты делся? Вышел, что ли? Да не, вроде. А, вот, вот он, парень, парень, парень. С дробовиком. Нафига ты дробовик взял? Куда поехал, чел? Да почему? Да, с ботами проще играть в команде, чем с ним. Ау. Нет. Мочи его. Ты ненормальный. Давай, флаг. 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 Ну не берут флаг. Ну что ж такое? Ну, давай. Ну конец. Давай, чел, стреляй. С чего ты стреляешь-то? Твою мать, его убили. Оу, его опять убили. Так. Чел, зачем ты в меня стреляешь? Ты нормально вообще, нет? Зачем ты в меня стреляешь? Тут нет такого. Чтоб нельзя было стрелять. Это палец. Нашу точку забрали, ладно. Я с тобой не поеду, чел. Ну это наша последняя точка, ты чё? Я останусь на свет. Ты ехай куда хочешь, я не поеду с тобой. Куда хочешь, туда ехай. Я здесь буду. Может, здесь сейчас будет. И убили его сразу, офигеть. Так, откуда стреляли-то? Стреляли откуда-то оттуда. Может, сюда уехал, да? Ну, чел, ну, зачем ты опять куда-то поехал, чел? Иди нафиг. Ехай один. Я вам говорю, с ботами проще играть, чем... Ах ты, блин. Так. Блин. Ну и давай. Чё там? Блин. О, приехал, приехал, чё? Давай. Нет. Чё, я не справился. Блин. Всё. Уходи, сервис. Это он, наконец. Витя, приехал. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И если вам нравится вот эти вот прохождения, ну, не знаю, геймплей или... Ну, короче, вот про эту игру, если вам нравится, что я снимаю, обязательно напишите об этом в комментариях. В общем, всем удачи и всем пока.